Доходи Порошенка збільшилися в 12 разів. Прохоботы, вы же ведь не будете спорить с тем, что человек, который постулирует проевропейский курс и потом внезапно объединяется с бывшими регионалами, рыгами, как вы их называете, да, это зрадник. Ну ведь не будете же спорить, да? Тогда как вы прокомментируете вот это? Президент Петро Порошенко поки що не оголосив про висунення на другий термін, але вже збирає команду на свою підтримку. Одним з перших про це оголосив мер Харкова, одіозний Геннадій Кернес. Ощущаєте прохоботи, ні? От зрадою пахне. От чоловік, який 5 років постулював, що от йде європейським курсом, що страна, разворована партией регионов и Януковичем, берет к себе в команду прожженнейшего регионала Гепу Кернеса. Вам не кажется, что это зрада зрадная, а? С точки зрения здорового глузду, складно знайти більш абсурдний тандем, ніж Порошенко-Кернес. Адже саме Кернес був вірним соратником Януковича, його політичною, бізнесовою та силовою опорою в Харкові. Знаете, чисто за наглость и цинизм, и беспринципность Петру Алексеевичу можно поаплодировать. Потому что я такого не видел, чтобы проевропейский политик, которым себя позиционирует Петр Порошенко, брал к себе в команду самого видного регионала города Харьков, да еще и с такой замечательной биографией. Мошенничество, хулиганство, угрозы, покушения, растрата бюджетных средств. Нет, это не краткое описание статей Уголовного кодекса Украины. Это краткая биография харьковского городского головы. Ничего себе, скажете вы, да на таком фоне дважды судимый президент становится претендентом на причисление к лику святых. Крутое у вас пополнение, Петр Алексеевич. Да и оно уже вам вовсю дифирамбы поет. Порошенко себя сейчас проявляет как лидер нации. Петр Алексеевич, я думаю, что не стоит останавливаться, и можно пригласить себе в команду Азарова. Ну, там, глядишь, и Януковича можно подтянуть, почему бы и нет. Вот. Не заморачивайтесь, я вас прошу, не заморачивайтесь вопросами морали, Петр Алексеевич. Кстати, а что вы скажете о морали, Петр Алексеевич? Чува позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. Всех развел сказочник.